Grand Foss Sololift 2C3 – санитарный насос для загородных домов. Насос поставляется в фирменной коробке и предназначен для перекачивания горячих сточных вод от бытовой стиральной и посудомоечной машины. В комплект входит сам фекальный насос для перекачки жидкостей, фильтр и монтажные аксессуары. Насос выполнен в цельном пластическом корпусе белого цвета, прост в эксплуатации и монтаже, а также невосприимчив к коррозии. Габариты аппарата не превышают 16 на 35 см по ширине и высоте, при длине чуть менее 50 см. Вес составляет 7 кг и 750 г. Насос Grand Foss Sololift 2C3 относится к поверхностному типу и обладает солидной мощностью в 640 Вт, что обеспечивает производительность перекачки канализационных вод со скоростью 12 020 литров в час при максимальной высоте подачи жидкости на 8,8 метров по вертикали. Подача питания происходит от бытовой электросети. Для этого от корпуса насоса выведен кабель с запасом длины до 8,5 метров. Насос автоматически включается, когда уровень жидкости достигает уровня пуска, и выключается, когда уровень воды снижается. Уровень включения и выключения можно регулировать и таким образом установить более высокий уровень пуска для повышения производительности насосной станции. Из особенностей отметим сухое исполнение насоса и блока управления. Это значит, что для чистки и ремонта насосной установки не придется ее снимать целиком. Достаточно вынуть узел и почистить его, либо отремонтировать. Обратите внимание, что температура откачиваемой воды может достигать 95 градусов. Что в итоге? Поверхностный насос Grand Foss Sololift 2C3 обеспечивает отвод сточных вод в тех случаях, когда санитарные узлы расположены ниже уровня канализации или далеко от главного стояка, и вода не может отводиться в канализацию самотеком. Имейте в виду, если насосная установка подключена к стиральной машине или кухонной раковине, рекомендуется каждые 6 месяцев проверять поплавковый выключатель на наличие волокон, грязи и жира.